Итак, мы с вами начинаем изучать мартингалы. Это фактически последний такой раздел в курсе. И это, конечно, теория мартингалов – это вещь очень обширная, и я думаю, что в будущем будет вам предложен спецкурс по теории мартингалов. Вот. А сейчас это только введение. Значит, о чем идет речь? Значит, вот у нас есть вероятностное пространство омега FP, как обычно. Теперь предполагается, что дополнительно задано некое семейство под сигма-алгебр, возрастающее. Значит, Fn под сигма-алгебра F. И последовательность случайных величин xn, которая адаптирована к этой сигма-алгебре, это означает, что для каждого n xn fn измеримо. Вот. Значит, такое семейство сигма-алгебр называется фильтрацией. Вот это вот фильтрация. Фильтрация. Вот. Ну и вот теперь такое определение. Определение. То есть можно так писать. Омега Fn P Xn. Это мартингал. Или можно сказать, что последовательность Xn образует мартингал по отношению к фильтрации Fn. То есть просто мартингал. Если для каждого n условное математическое ожидание xn плюс 1 при условии fn равно xn. Ну, почти, наверное, естественно. Вот. Условное среднее при фиксированном настоящем, так сказать, будущего, вот, переход от xn. Казалось бы, что это, в общем, действительно такое не слишком сильное ограничение такого общего характера. И оказывается, что если это условие выполнено, то очень много чего можно хорошего сказать про такие последовательности. Это первое. А второе, оказывается, что такие последовательности возникают в самых разных задачах. Ну и вот в примерах, в приложениях я приведу. Что можно извлечь из теоремы сходимости мартингалов для разных других вопросов. Вот. Это еще не конец, потому что это мартингал. С понятием мартингала соседствует понятие суб- и супермартингалов. Значит, что такое суб- и супермартингалы? Значит, вот мы говорим, что xn супермартингал. Вот если выполнено условие, похожее на то, что там, только равенство заменяется на неравенство. Меньше либо равно xn для каждого n. Ну и субмартингал. Субмартингал, если вот так. Для каждого n. Ну, кроме того, значит, можно ведь рассматривать возрастающие семейства сигма-алгебр, которые занумерованы, значит, здесь предполагается, что n принадлежит n, стандартное предположение. Но, в принципе, можно, например, занумеровать отрицательными натуральными числами от минус бесконечности до, скажем, до нуля или до единицы. Тоже будет возрастающая, тоже будет фильтрация, и определения остаются ровно те же самые. Но в этом случае наш мартингал обычно называют обратным мартингалом. Так сказать, ну, как бы мы идем из минус бесконечности к нулю, а
в стандартном варианте от нуля к плюс бесконечности. Значит, таковы определения. Значит, понятно, что супер и субмартингалы, изучение этих классов последовательностей эквивалентно. Значит, скажем, если вы знаете что-то для супермартингалов, то вы легко переведете все на язык субмартингалов, потому что если xn супермартингал, то тогда минус xn субмартингал. Ну и наоборот. Так что понятно. Ну и дальше понятно, что каждый мартингал является одновременно и суб, и супермартингалом. Это все очевидно образом вытекает из определения. Вот. Такое вводит на частично порядочных множеств? Можно и начистить, да, можно распространить, конечно, если у вас есть частичный порядок, то точно так же вы можете задать, понятно, как определить, что такое фильтрация, соответствующая этому частичному порядку, и можно определить, только тогда уже, конечно, видите, здесь у нас есть, поскольку натуральный ряд, то мы, у нас наше множество, которые служат множеством индексов. А в общем случае уже нужно заменить вот это вот условие условием такого типа. Математическое ожидание условное xs при условии ft равняется xt для любых t меньше s. Ну и соответствующие неравенства такие. Значит, ST – вот ваши будут элементы вашего частично упорядоченного множества. Например, во-первых, вот при переходе к непрерывному времени, когда семейство заиндексировано, скажем, всеми вещественными числами или положительными числами, то условие мартингальности записывается вот так. И, соответственно, меняются условия суб- и супермартингальности. Ну, давайте начнем с простых примеров. Все-таки, чтобы представлять себе. Значит, примеры. Да, еще одно слово я скажу относительно вот чего. Часто бывает ситуация такая, когда последовательность xn появляется до того, как появляется фильтрация. Тогда возникает то, что называют натуральной фильтрацией или естественной фильтрацией. Fn определяется как сигма-алгебра, порожденная всеми случайными величинами xk при k меньше либо равно n. Вот. Тогда будет возрастающее семейство, то есть действительно фильтрация. И кроме того, вот это условие, что при каждом n xn является fn измеримым, будет автоматически выполнено. Но это не обязательно. Вот. Это, конечно, не обязательно. Можно рассматривать и другие семейства, другие фильтрации. Ну, в примерах, первый пример. Значит, мы уже работали с независимыми случайными величинами. Ну, вот пусть ксик независимые случайные величины такие, что математические ожидания существуют и равны нулю. Ну, вот пусть fn – естественная фильтрация. Значит, давайте напишем так. Естественная фильтрация. А последовательность xn – это вот что такое. xn зададим так. Это просто суммы. xi1 плюс и так далее, плюс xn. Последовательные суммы. Вот мы изучали закон больших чисел, усиленный закон больших чисел, сходимость рядов. Это все было связано с изучением сумм независимых случайных величин. Ну вот, если они центрированы, то такая последовательность будет мартингал. Ну, действительно, смотрите, что можно сказать про условное математическое ожидание x плюс n при условии fn в данном случае. X плюс n – это есть xn плюс xi n плюс 1, правильно? Значит, дальше. Условная матожидание операции, она линейна. Значит, тем самым это есть условное матожидание xn при условии fn
плюс условное математическое ожидание кси n плюс 1 при условии fn. Ну, поскольку xn измеримо относительно fn, то это будет xn. А что здесь можно сказать? Так как кси n, мы предположили... Вот ожидание xn. Вот ожидание xn. Почему x? Нет, xn, само xn. xn измеримо относительно сигма-алгебры. Значит, сама случайная величина и будет условным от ожидания. Вот. А вот здесь вот, смотрите, xn плюс 1 и fn, они независимы, потому что fn порождается случайными величинами с другими индексами. Ну и значит, это просто, я должен написать здесь математическое ожидание xn плюс 1, а оно 0. Ну, получаем xn. Так что это мартингал. Ну и понятно, скажем, что если математические ожидания положительны, то что у нас получится? У нас получится больше либо равно, значит, будет субмартингал. Если они не положительны, то получится супермартингал. Вот первый пример. Второй пример. То же самое. Давайте предположим, что есть последовательность ксин независимых случайных величин, таких, что математические ожидания ксиен равны единице. Это такой будет мультипликативный вариант предыдущего примера. Но опять fn натуральная естественная фильтрация. Вот. А xn зададим так, как произведение ксик от единицы до n. Это тоже мартингал. Это тоже мартингал. В данном случае вот xn плюс 1 при условии fn. Это что ж такое? Это математическое ожидание xn, только теперь уже умноженное на xn плюс 1 при условии fn. Так ведь? Ну и теперь... вот это свойство я не уверен, что я вам доказывал. Вот скажите мне, доказывал я вам такое свойство или нет? Свойства условных матожиданий. Предположим, что у нас мы рассматриваем условное математическое ожидание x умноженное на y при условии m, где m – некоторая сигма-алгебра, и предположим, что y m измеримо. Вот, тогда такое условное математическое ожидание – это то же самое, что условное математическое… То есть измеримый сомножитель можно выносить за знак условного матожидания. Вот тогда имеет место такое равенство. По-моему, у меня такое ощущение, что я не доказывал это. Вот. Значит, вот сейчас пока мы примем, что это так, докончим значит, рассмотрение примера, а потом я вернусь и мы докажем, быстренько проверим, что это так. Вот. Ну так вот, смотрите, раз это, если здесь это так, то вот xn, оно fn измеримо. Значит, в силу вот этого свойства я могу xn поставить впереди, а здесь возникает условное математическое ожидание xn плюс 1 при условии fn, а оно... равно просто матожиданию по независимости. А это единица по предположению. Получаем xn. Вот. Понятно, да? Здесь все пока очень просто. Ну и, наконец, последний пример, а потом я уже вернусь к этому свойству. Третий пример. Теперь уже пусть у нас есть какая-то фильтрация. Так? Уже задана фильтрация. И пусть есть случайная величина x, которая интегрируема из L1. Значит, мы к конечным математическим ожиданиям. Давайте зададим xn как условное математическое ожидание x при условии fn. Значит, я специально использую разные обозначения, чтобы вы привыкли, что это одно и то же. Вот я утверждаю, что то, что получится, будет мартингалом. Тогда xn fn, вот так еще можно писать, мартингал. Ну, давайте докажем это. Ну что, нужно проверять мартингальное свойство.
Значит, вот берем математическое ожидание xn плюс 1 при условии fn. Так. По условию, так сказать, это то же самое, что математическое ожидание от условного математического ожидания x при условии fn плюс 1. А вот здесь еще, давайте так уж напишем, при условии fn. Так ведь? Ну вот помните, у нас были свойства повторных условных мат-ожиданий, что когда у вас повторные, то всегда нужно брать меньшую сигма-алгебру, и условное мат-ожидание, соответствующее повторное, будет равно просто условному мат-ожиданию x по отношению к меньшей. Меньшая сигма-алгебра здесь fn. Ну а это и есть xn. Вот и все. Вот в дальнейшем мы увидим, что вот этот третий пример, это на самом деле самый важный. Вот. Ну хорошо, теперь надо вернуться к вот этому свойству и доказать его. Доказательство. Доказательство. Ну что же, можно рассматривать это равенство, вот это утверждение, как утверждение о том, что вот то, что вы видите в правой части, является вариантом условного матожидания произведения x, y. Значит, что нужно проверить? Нужно проверить два свойства. Значит, какие? М-измеримость, да? Но это очевидно, потому что, смотрите, здесь стоит произведение двух М-измеримых величин. Y по условию, а условное матожидание x – ну, так уж тоже, тоже по условию. Так что это ясно. И второе, нужно проверить, вот что средние по множеству из сигма-алгебры М совпадают у этих величин. Ну, давайте, пусть А принадлежит М, сигма-алгебре М. Давайте рассмотрим интеграл по множеству А от вот этой величины. Y, условное математическое ожидание X при условии М, dP. Так, как тут лучше это сделать? Сейчас я подумаю. Так. И давайте так. Давайте сделаем следующее. Давайте предположим, что Y – это вот такая случайная величина. Просто индикатор некоторого множества B. Ну и поскольку мы предполагаем, что Y M измеримо, значит, тем самым мы будем считать, что B лежит в M. Тогда здесь возникнет просто-напросто интеграл по А, пересеченному с B, правда? Потому что если Y – это есть индикатор B, от условного математического ожидания X при условии M, dP. Согласны? Ну, а теперь смотрите, если А и Б лежат в М, то пересечение тоже лежит в Б. Значит, по определению вот этого условного матожидания, вот этот такой интеграл, он совпадает с интегралом по А, пересеченному с Б, от x dP. Так ведь? А теперь мы можем этот интеграл переписать как интеграл по А, индикатор B на x dP. А это и есть интеграл по А, x, y, dP. Значит, утверждение верно для случая, когда y есть индикатор. По линейности это верно для простых случайных величин, для конечных линейных комбинаций индикаторов. Ну, а такими величинами можно приблизить в L1, так сказать, любую, так что дальше вы берете, скажем, чтобы не усложнять себе жизнь, естественно, надо рассмотреть случай, когда y положительно, x тоже положительно, тогда можно будет приблизить y монотонной последовательностью простых случайных величин, перейти к пределу. Это понятно? Нет? Я слишком быстро говорю. Нет? То, чтобы просто здесь-то мы приближаем нашу функцию
Да. При этом нам нужно следить за измеримостью. То есть мы, с одной стороны, приближаем только измеримость. Вы же знаете, что если у вас есть последовательность тем измеримых функций, которая куда-то сходится, то предельная функция будет автоматически измерима. И наоборот, что если... А наоборот, верно следующее, что если вы возьмете произвольную m-измеримую функцию, скажем, не отрицательную, то ее можно приблизить простыми последовательностью m-измеримых же функций. Так что с этой стороны никаких проблем нет. Согласны, да? Да. Вот. Ну, тогда понятно, что дальше это все распространяется на общий случай, ну и все тем самым все закончено. Так, хорошо. Значит, вот, к сожалению, время мало, поэтому существуют очень красивые результаты, относящиеся к мартингалам, связанные со случайной заменой времени. Но мне кажется, что что-то вы на практике такое вот делаете, мне говорили мои коллеги. Но вот я этого касаться не буду. Поэтому перейду прямо к самому важному, с моей точки зрения, особенно при первом знакомстве с мартингалами, а именно к теоремам о сходимости. Для того, чтобы доказать соответствующие результаты, а их будет три основных теоремы, которые я постараюсь сегодня вам предложить. Вот. Они основаны, частично на некоторых неравенствах. Значит, первая теорема 1, это будет неравенство Дуба. Вот. Дуб – это математик. Вот он пишется. Вот так. Вот. Это неравенство, которое обобщает неравенство Колмогорова для независимых случайных величин на мартингалы. Значит, вот что у нас есть. Давайте предположим, что вот xn – это условное математическое ожидание x относительно xk, относительно fk, где f1 – это вот такая вот фильтрация конечная, всего лишь конечное число случайных величин, ну а x, естественно, предполагается из L1, так сказать, интегрируемая случайная величина. Так что вот это такой мартингал в соответствии с третьим примером. Это мартингал. Ну вот тогда для каждого t больше нуля вероятность того, что... Значит, давайте так еще введем такое обозначение. Пусть x со звездочкой – это максимум xk. К не превосходит n. Модулей. Модулей x. Тогда вероятность того, что x со звездочкой больше либо равно t, не превосходит математического ожидания модуля x делить на t. Значит, смотрите, я еще хочу сказать следующее, что мы можем считать, что x, пусть так будет, ладно. Но в принципе можно считать, что x измеримо относительно fn. Если это не так, то можно заменить x на условное математическое ожидание x относительно fn. Последовательность xn не изменится, но здесь будет чуть более точная оценка. Вот и все. Но на самом деле это не есть какое-то существенное обобщение. Вот. Ну, давайте докажем. Доказательство.
Доказательство. Ну, доказательство на самом деле очень похоже на доказательство неравенства Колмогорова. Значит, вот давайте обозначим вот это событие через А, так, и введем событие АК. АК – это событие такое, что модуль x1 меньше t и так далее, модуль xk минус 1 меньше t, а модуль xk больше либо равно t. Значит, это событие, состоящее в том, что впервые мы, наша последовательность модулей, она превзошла уровень t на катом шагу. Вот. Тогда это ровно аналогичные события тому, что было в неравенстве Колмогорова. Тогда понятно, что, во-первых, они дизъюнкты. Значит, события А1 и так далее, АН, они дизъюнкты. Ну и второе, что тоже понятно, что их объединение от единицы до N, это и есть событие А в точности. Вот. Ну хорошо, значит, ну тогда что же можно написать? Можно написать следующее, что математическое ожидание модуля x будет заведомо больше либо равно, чем математическое ожидание модуля x на, если я добавлю здесь индикатор, правда? Ну, я интегрирую по более узкому множеству неотрицательную случайную величину. Теперь, в силу того, что это дизъюнктное объединение, индикатор А равен сумме индикаторов. Так что я перепишу это, и математическое ожидание суммы автоматически заменим на сумму мат ожиданий. Значит, сумма по К от единицы до N, математические ожидания, вот XK, модуль XK на индикатор АК. Пока... Все, так сказать. Это понятно, да? Ну, я должен был бы написать мат ожидания суммы. Зачетом XK, а не X. А, и прошу прощения, X, X, конечно. Пока что X. Да. Пока что X. Вот. Ну а теперь вот смотрите, вот я использую уже свойства условных мат ожиданий. Помните, у нас было такое свойство, что математическое ожидание. Икса – это то же самое, что математическое ожидание от условного математического ожидания x при условии m. Это верно для любой сигма-алгебры. Вот. Ну так вот, здесь я сделаю то же самое, но в каждом слагаемом я выберу свою сигма-алгебру. Естественно, что выберу в качестве сигма-алгебры f-катая. Значит, здесь мы получим сумму по k от единицы до n, мат ожидания, от условного мат ожидания, вот модуль x, индикатор АК, при условии FK. Вот так. Ну, а теперь смотрите, вот... Событие АК-тая принадлежит сигма-алгебре ФК, потому что оно порождается первыми К-случайными величинами, они все измеримы относительно этой сигма-алгебры. Значит, этот индикатор в соответствии с вот этим свойством, опять, так что, вот, мы его можем вытащить за знак внутреннего условного мат-ожидания и поместить его вот, вот сюда. А что останется? Останется математическое ожидание, давайте я здесь выпишу, модуля x при условии FK. Правильно? Вот. А это, в свою очередь, у меня же пока что больше либо равно было, в свою очередь, это больше либо равно, чем модуль условного математического ожидания X при условии FK. Это тоже частный случай неравенства Йенсена. Вот. А это, что же такое? А это есть модуль X-катова. Потому что условное мат-ожидание x при условии fk – это x катая. Значит, тем самым получили здесь больше либо равно суммы по k от единицы до n, математическое ожидание, индикатор ак на x катая. Следили?
Нет вопросов? Понятно, да, переход? Это вот самый главный переход, вот это вот. На модуль пескарты. А? На модуль пескарты. Ну, смотрите, ну как? Вот, понятно, вот это неравенство, понятно? Нет, вам не надо модуль пескарты написать. Где, вот здесь? Надо, надо. Надо, 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 конечно. Вот, ну и все, смотрите теперь, что происходит? Я интегрирую по множеству АК интегрирование происходит. Но на множестве АК модуль XKT больше либо равно Т. Значит, я могу дальше продолжить и написать, что это больше либо равно суммы Т на математическое ожидание индикатора Акатова. По К от единицы до Н. Ну, а это как раз и есть Т на П от А. Потому что Т вынесется, мат ожидания индикатора даст вероятность Акатова, ну и П это. И, значит, теперь, если сравнить начало и конец и поделить на Т, то мы и получим вот это вот неравенство. Это неравенство дуба. Вот. Ну, на самом деле, значит, на самом деле можно обобщить это все, можно заменить мартингал на там субмартингал и вывести неравенство Колмогорова из неравенства дуба. Это тоже можно сделать. Вот. Но я сейчас не буду этим заниматься, потому что это мало времени все-таки у нас. Так, хорошо. Теперь вот первая теорема о сходимости. Первая теорема о сходимости. Значит, теорема 2. Значит, вот пусть Fn фильтрация, и x лежит в L1. Так. Вот рассмотрим мартингал из третьего примера. Xn – это есть условное математическое ожидание x при условии fn. Вот такие вот. Проектируем нашу случайную величину из L1 на различные подпространства. Вот. Тогда первое. Xn сходится почти, наверное, к x бесконечность, которая есть условное матожидание x при условии f бесконечность, где f бесконечность – это сигма-алгебра, порожденная объединением всех fn. Значит, вот у нас сигма-алгебры расширяются, 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 но они не обязаны, так сказать, заполнить всю сигма-алгебру исходную, F. Вот. Все, что они могут заполнить, это сигма-алгебру, порожденную их объединением. Ну и вот оказывается, что интуитивно должно быть понятно, что, помните, я объяснял, правда, это было 2 недели назад, может быть, вы уже забыли, что условное матожидание можно рассматривать как оператор, похожий на проектирование. Значит, вот вы проектируете, проектируете, и понятно, что в конце концов вы должны прийти к проекции на, так сказать, самое вот это широкое предельное объект, ну, в данном случае это вот эта сигма-алгебра как раз. И второе. Кроме того, что есть сходимость почти, наверное, есть сходимость в L1 к той же самой случайной величине x бесконечности. Вот. То есть всегда есть предел. Причем, видите, замечательно и с вероятностью единицы, и в L1. Ну хорошо, давайте доказывать. Значит, сначала мы докажем сходимость с вероятностью единицы, а потом докажем сходимость в L1. Вторая часть будет совсем короткая и простая. Первая будет чуть-чуть подлиннее. Значит, доказательство. Значит, я сначала скажу идею.
Значит, понятно, в чем состоит идея. Идея состоит в том, чтобы приблизить... Да, значит, во-первых, мы немножко упростим ситуацию. Упрощение ситуации состоит вот в чем. Что можно считать, что x... что можно считать, что f бесконечность – это есть f. Почему? Если это не так, то смотрите, что мы делаем. Мы берем случайную величину x бесконечность, вот эту, условное от ожидания x при условии f бесконечность, и замечаем, что xn совпадает с условным математическим ожиданием x бесконечность при условии fn. Ну, это будет вот повторное от ожидания. Вот спроектировали на f бесконечность, потом на fn. И получили то же самое, что как если бы мы сразу. Ну, значит, можно забыть про вот эту вот исходную сигма-алгебру более широкую и забыть про x, заменить x на x бесконечность, а сигма-алгебру f можно заменить на f бесконечность. Так что вот я буду считать с самого начала, что вот у нас есть вот это, и, соответственно, тогда x бесконечность – это x. Это первое упрощение. Вот. Ну, теперь об идее доказательства. Значит, смотрите, я приближу x случайной величиной, которая измерима относительно какой-то сигма-алгебры fn. Вот это можно будет сделать. Для каждого эпсилона можно найти такое n большое и такую случайную величину, измеримую относительно fn, которая в L1 будет близка к x. Я объясню сейчас. Вот. А после этого я сравню вот наш мартингал xn с тем мартингалом, который будет построен по этой аппроксимирующей случайной величине. Но для нее сходимость будет очевидна. Раз она измерима относительно какого-то fn, значит, начиная с некоторого места, мартингал, который она порождает, он будет просто совпадать с ней самой. И сходимость будет. И вот на этом можно будет сыграть. Значит, итак, замечаем следующее. Точнее так, вводим пространство hn. Это пространство такое. Это L1 омега fn p. Значит, это пространство интегрируемых случайных величин, которые измеримы относительно fn. Вот. Ну, дальше. Значит, понятно, что hn – это подпространство. Вот они, во-первых, образуют возрастающую последовательность подпространств. Ну, и все они лежат в L1. Это ясно. Значит, вот у нас такая расширяющаяся последовательность подпространств. Теперь дальше рассмотрим объединение hn по n от единицы до бесконечности. Обозначим его через h. И я утверждаю, что замыкание h – это есть L1. Интуитивно это тоже должно быть понятно. А как это доказать? А доказательство вот какое. Значит, рассмотрим объединение наших сигма-алгебр по n от единицы до бесконечности. Я обозначаю его через a. Вы знаете, что объединение не обязано быть сигма-алгеброй, правда? Но вот когда вы работаете с объединением расширяющегося семейства, то объединение будет алгеброй. Значит, это алгебра. Но не сигма-алгебра. Ну и понятно, что наша сигма-алгебра F – это есть как раз сигма-алгебра, порожденная этой алгеброй. Это тоже понятно. Вот. Ну, а тогда, смотрите, если я возьму какое-то A из A, событие из A, так, то тогда для любого эпсилон больше нуля, нет, прошу прощения, из F, тогда для любого эпсилон положительного я могу приблизить это событие событием из алгебры. Это вот надо вспоминать теорию меры. Вот. Тогда существует А эпсилон, который лежит в алгебре, такое, что вот мера симметрической разности меньше эпсилон. Вот. Значит, такой факт вы должны знать.
Ну, а что это, как это перевести? Мы все-таки работаем тут с математическими ожиданиями, с пространством L1. Ну, так смотрите, вот то, что вы видите слева, это ведь есть как раз математическое ожидание модуля разности индикаторов. То есть есть норма в L1 разности индикаторов. Норма в L1. И она меньше эпсилон. Что же получается? Смотрите. Смотрите. Вот событие эпсилон принадлежит А. А – это объединение сигма-алгебр. Значит, существует такое N, такое что? Наше событие эпсилон принадлежит Fn. Так? Ну, а это означает, что индикатор эпсилон лежит в Hn. Это измеримая, Fn измеримая величина, и явно, ясно, что она интегрируемая. Вот. Ну, значит, и уж тем более она лежит в H. Значит, тем самым мы получили следующее, что для любого эпсилона я могу индикатор любого события приблизить случайной величиной из H, в смысле L1. Ну, раз если я могу приблизить индикаторы, я могу приблизить конечные комбинации индикаторов, значит, ясно совершенно, что H плотно в L1, стало быть, замыкание H – это есть L1. Тем самым это верно. Тем самым это доказано. Так. Ну что, давайте можем сделать сейчас перерыв маленький, потому что там еще длинная часть доказательства. После перерыва продолжим доказательство. Ну что, давайте продолжать. Значит, итак, вот для любого эпсилон больше нуля, для нашей случайной величины x, я могу, значит, для каждого эпсилон больше нуля существует y из h, так, такое что, вот, норма x минус y в L1 меньше эпсилон. Сейчас я возьму, давайте возьмем меньше эпсилон квадрат. Вот так, для красоты. Вот. Ну, хорошо. И давайте определим yn как вот условные математические ожидания y относительно fn. Вот то, что я сказал. Образуем второй мартингал. Вот. Ну, теперь, что же, значит, что я должен сделать? Я должен оценить, значит, давайте так сделаем. Я должен оценивать разность xn минус x, правильно? Я хочу доказать, что xn сходится к x почти наверное. Ну, эта разность заведомо не превосходит xn минус yn, правда? Плюс yn минус y плюс x минус y. Вот. Это уж точно верно. Да? Просто неравенство треугольника. Вот. Ну, а раз так, то тогда, значит, вот я могу написать вот здесь верхний предел по n этого дела не превосходит верхнего предела суммы, верхний предел суммы не превосходит суммы верхних пределов. Значит, не превосходит верхний предел этого плюс верхний предел вот этого. Ну, а последнее слагаемое, оно само по себе. Вот. Оно от n не зависит. Ну, и тогда что же можно написать? Можно написать, что вероятность того... Давайте этот верхний предел как-нибудь обозначим, исходный. Вот этот вот.
вот этот верхний предел обозначим через ну, L. Вот он равен этому верхнему пределу. Тогда вероятность того, что L будет больше чего там, 3 эпсилон, она не превзойдет суммы вероятностей, не превосходит вероятности того, что вот этот верхний предел xn минус yn будет больше, чем эпсилон, плюс вероятность того, что второй верхний предел xn минус yn, прошу прощения, здесь будет yn минус y больше эпсилон, ну и плюс третий, это вероятность того, что x минус y больше эпсилон. Это понятно, да? Просто событие, состоящее в том, что сумма больше 3 эпсилон, вложено в объединение этих трех событий, поэтому вероятность мажорируется с суммой вероятностей. Вот. Ну а теперь смотрите. Вот я уже сказал, yn, ведь существует такое m, что y принадлежит fm, потому что только не fm, а hm. Ну и тогда это означает, что y fm измеримо. Ну, раз y лежит в h, вот в объединении hn, то найдется такое m, для которого y лежит в hm, значит, y fn измеримо. Ну и это что означает? Это означает, что при всех n больших либо равных m, yn совпадает с y. Когда мы берем, просто y измеримо относительно всех следующих сигма-алгебр, и значит, тем самым вот эта вероятность равна нулю. Это 0 при n больше либо равном m. Вот. Ну, а теперь, как оценить вот эти вероятности? Давайте начнем со второго слагаемого. Просто по неравенству Маркова. Вторая, значит, вот я напишу так, не превосходит. Чего же? Не превосходит математического ожидания x минус y, деленное на эпсилон. Правильно? Вот эта часть. А это, в свою очередь, это ведь как раз норма в L1, не превосходит эпсилон квадрат делить на эпсилон, равное эпсилон. Вот. Так ведь? Вот. Это вот последнее слагаемое. Теперь первое слагаемое. Давайте его выпишем отдельно. Больше эпсилон. Во-первых, я замечу, что это есть предел таких вероятностей. Сейчас я объясню. Вероятность того, что максимум k не превосходит n, xk минус yk больше эпсилон. При n стремящемся к бесконечности. Почему это так? Это так, потому что вот такое событие, вот можно тут забыть, вот такое событие, событие, состоящее в том, что какая-то случайная величина кси имеет, ну, лучше не так писать, что верхний предел модулей кси n-ных больше чего-то, там больше там эпсилон, вот это есть объединение событий вот такого типа. Максимум k не превосходит n, кси k больше эпсилон. По k от единицы до бесконечности. Имеет место такое равенство. И вот эти вот события, b, n, t, они образуют возрастающую последовательность. То, что они образуют возрастающую последовательность, очевидно, правда? Вот. А дальше понятно, что каждое из этих событий есть часть этого, и значит, вот такое включение очевидно. С другой стороны, если верхний предел строго больше эпсилон, то это означает, что начиная с некоторого момента, то есть обязательно вот такое вот будет выполнено, при каком-то n. Ну и, соответственно,
получится, что выполнены включения в эту сторону. Значит, тем самым вот это событие, это есть объединение возрастающей последовательности событий по непрерывности вероятностной меры, верно, вот это. Вот. Ну, а теперь вот для оценки вот этой вероятности используем неравенство Дуба. По неравенству Дуба получим, не превосходит математического ожидания последней случайной величины, которая здесь есть, модуля, то есть xn минус... А, даже нет, там у нас были условные модули, можно прямо поставить x минус y. X минус y делить на эпсилон, а это не превосходит эпсилон. Вот. Ну и тем самым получаем следующее, что вероятность того, что вот наш верхний предел больше либо равен 3 эпсилон, не превосходит 2 эпсилон. Поскольку это верно для каждого эпсилон, так как это верно для любого эпсилон больше нуля, то L равно нулю почти, наверное. Но это означает, что есть сходимость почти всюду. Почти, наверное. Значит, тем самым первая часть теоремы доказана. Теперь вторая часть. Вторая часть – сходимость в L1. Ну, давайте рассмотрим математическое ожидание xn минус x. И опять воспользуемся вот, вот таким неравенством, такого типа. Значит, это не превосходит математического ожидания xn минус yn плюс математическое ожидание yn минус y плюс математическое ожидание... чего там, y минус x. Вот. Пусть, опять-таки, эпсилон фиксировано, и y выбрано вот в соответствии с, так же, как в первой части. Y лежит ваш, и норма x минус y меньше эпсилон. Ну, тогда смотрите. Вот... это слагаемое не превосходит эпсилон, так? Просто это есть норма. Вот это слагаемое равно нулю для n больше либо равных m, где m – это тот самый индекс, при котором, начиная с которого yn совпадает с y. А что можно сказать про первое слагаемое? Первое слагаемое – это есть математическое ожидание разности условных матожиданий. X при условии fn – минус условное математическое ожидание y при условии fn. Значит, это то же самое, что математическое ожидание модуля условного матожидания вот, x минус y. Так? По неравенству Йенсена модуль условного матожидания не превосходит условного матожидания от модуля. Значит, получим здесь матожидание от модуля x минус y при условии fn, вот так. А это в точности есть просто матожидание. А это есть матожидание x минус y, и это не превосходит эпсилон. Значит, тем самым получаем следующее, что вот наша норма xn минус x, L1, не превосходит 2 эпсилон при n больше либо равных n. Значит, берем верхний предел, получаем 0. Поскольку это верно для верхнего предела, это будет верно для любого эпсилона. Значит, потом уже устремляем эпсилон к нулю, получаем 0. Тем самым теорема доказана. Вот. Ну, вторая теорема. Ну, по номеру третья, а вторая теорема о сходимости.
Теорема 3. Теорема 3. Ну вот пусть сначала такое же, как в теореме 2, значит, Fn – фильтрация, только теперь я буду предполагать, что x принадлежит Lp при p больше либо равном единице. Строго больше единицы. X принадлежит Lp, p больше единицы, но меньше бесконечности. P больше единицы, но меньше плюс бесконечности. Вот. По-прежнему xn – это условное матожидание x при условии fn. Ну вот тогда и по-прежнему x… Вот давайте теперь использовать, я не сказал по-прежнему, по аналогии с тем, что было раньше. Давайте использовать обозначение x бесконечность для, теперь уже для супремума модулей xn по всем n. Супремум всей нашей бесконечной последовательности. Так вот тогда утверждается следующее, что x со звездочкой лежит в Lp. Первое. И второе. Xn сходится к x бесконечность, которая есть условное матожидание x при условии бесконечность в Lp. А x со звездочкой это называется, что типа норма матем в Lp. X со звездочкой это скорее лучше сказать вот что такое. Это, ну, я не знаю, как, возможно, разные названия. На самом деле это больше, как вы увидите из доказательства, больше похоже на максимальную функцию. Вот если вы помните, у вас в лекциях по анализу вот, сейчас. Нет, не в смысле, я имел в виду норма x со звездочкой, это говорят норма Мартингалла. Нет? Ну, а это вы имеете в виду терминологию, что это норма Мартингалла? Нет. Ну, я не знаю, можно так назвать, но… Ну, на самом деле… Значит, x со звездочкой лежит в Lp. На самом деле мы получим неравенство. Вот мы оценим норму Lp, норму x со звездочкой через норму x. Там появится некоторая константа, зависящая от p. Ну, можно, конечно, так назвать, но это уже следующий взгляд на Мартингалла. Вот. Вот такое вот дополнение. Но я повторяю, что на самом деле это вот максимальная функция. Так, хорошо. Доказательство. 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 Значит, по-прежнему можно считать, что f бесконечность совпадает с f, ну и тогда x бесконечность равно x. Значит, я вот это оговариваю, но это ровно точно так же. Вот. Ну, далее. При доказательстве первой части, смотрите, поскольку мы… нетрудно видеть, что вообще можно ограничиться, можно сделать дополнительное предположение и, не умаляя общности, считать, что наша случайная величина x не отрицательна. Вот, если мы умеем это доказывать для неотрицательных величин, то… Это будет справедливо и в общем случае. Значит, давайте предположим, будем доказывать первую часть предположения, что x не отрицательно. Чтобы легче, удобнее писать. Вот. X не отрицательно, но тогда все xn тоже не отрицательны, и модули можно опускать. X со звездочкой – это будет просто супремум всех xn. Вот. Ну, давайте введем такую случайную величину y. Вот возьмем какое-то число t больше нуля, и y – это будет вот что такое. Это будет x, умноженное на индикатор события, что x больше либо равно, чем t пополам. По-моему, так. Сейчас я проверю. Больше либо равно или больше – это… Строго больше t пополам. Это не суть важно. Вот. Вот. Ну, тогда смотрите, что можно заметить. Можно заметить, что x – это ведь есть сумма y плюс x, умноженное на индикатор дополнительного события, где x меньше либо равно t пополам. Так? Ну,
суммы таких двух индикаторов, этот плюс этот, дает просто тождественную единицу. Ну и тогда понятно, что вот этот второй довесок, смотрите, значит, это либо 0, там, где индикатор 0, а там, где индикатор не 0, там x не превосходит t пополам. Поэтому это все не превосходит y плюс t пополам. Значит, если я теперь обозначу через y n условное матожидание y при условии fn, то из этого неравенства, вот x, вот из этого неравенства, x не превосходит y пополам, беря условные матожидания, мы получим, что xn не превосходит t пополам плюс yn. И как следствие, x со звездочкой не превосходит y со звездочкой плюс t пополам. И где y со звездочкой определяется точно так же, но только по последовательности yn. Это такая предварительная работа. Так, ну вот это мы сделали. Ну и тогда вероятность того, что x со звездочкой будет больше, сейчас, больше либо равно, больше t, не превосходит чего же? Значит, не превосходит вероятности того, что y со звездочкой плюс t пополам больше, чем t, значит, это все равно вероятности того, что y со звездочкой больше t пополам. Оп. Вот. Это пока предварительные рассмотрения, кажущиеся совершенно элементарными. Ну вот, а теперь, смотрите, что это, по-моему, у нас уже было такое замечание, что если мы имеем дело с неотрицательной случайной величиной, вот если кси неотрицательно, то математическое ожидание кси в степени p я могу записать в виде интеграла от нуля до бесконечности. Здесь будет p, здесь будет t в степени p минус 1, а здесь будет вероятность того, что кси больше t, а здесь будет по dt. Вот. Такое соотношение у вас было и в лекциях по анализу, вот как раз когда речь шла о максимальной функции, вот, и в теории вероятности этот тоже такое было. Ну, значит, смотрите, вот теперь я возьму вместо кси, возьму x со звездочкой. Тогда вот это математическое ожидание, это и будет норма LP. Вот мне нужно доказать ее конечность. Значит, вот математическое ожидание x со звездочкой в степени p, это будет p, интеграл от нуля до бесконечности, t в степени p минус 1, вот на вероятность события, что x со звездочкой больше t dt. Так? А для этой вероятности теперь понятно, что мы делали в начале. Мы просто делали заготовку, чтобы вот получить хорошую оценку вот этой вероятности. Я могу заменить эту вероятность, ну, промажорировать ее вот такой вероятностью. Значит, получу, не превосходит p, интеграл от нуля до бесконечности, tp минус 1. Здесь будет вероятность того, что y со звездочкой больше t пополам dt. Так. Ну вот, а как оценить вот эту вероятность? Опять-таки по неравенству дуба. Точно так же. Смотрите, это ведь супремум, а я могу, как вот я объяснял вам, что я могу, понятно, что это предел вероятностей, когда мы берем максимум первых n случайных величин. Значит, вот давайте напишем здесь. Вероятность того, что y со звездочкой, что там, больше, да? Да, больше t пополам. Больше t пополам. Вот это есть предел при n, стремящемся в бесконечность, вероятности того, что максимум k не превосходит n, yk больше t пополам. Вот.
А это не превосходит чего же? Каждое вот такое слагаемое, если применить неравенство дуба, оно не превосходит математического ожидания y, деленное на t пополам. Значит, будет 2 вот так. Не превосходит вот этого. По неравенству дуба. Значит, не превосходит 2 математических ожидания y на t. Вот. Ну, вот, значит, давайте добавляем сюда. 2 на t. 2 p на t. А здесь будет интегра... Так, нет, прошу прощения. 2p. А здесь будет, значит, на t умножается, значит, будет t в степени p. Так, здесь до бесконечности. А здесь будет математическое ожидание y. Ну, на самом деле y зависит от t, правда ведь? Смотрите. Вот где он тут у нас? Вот. В y сидит t. Так что математическое ожидание y нельзя вынести из-под знака интеграла. Вот. А здесь будет dt. Ну вот будет 2p, интеграл 0 бесконечность, t в степени p. А теперь давайте посмотрим, что такое математическое ожидание y. Давайте посмотрим. Математическое ожидание y — это есть математическое ожидание x на индикатор x больше t пополам. Вот так. Вот давайте сюда подставим его. Математическое ожидание x на индикатор множество, где x больше t пополам. dt. Вот у нас возникли два интеграла. Смотрите, один интеграл внешний, второй внутри. Значит, можно, и все не отрицательно. Можно по теореме Тоннеля переставить порядок. Что у нас получится? У нас получится следующее. 2p, значит, интеграл по омега, это будет просто мат ожидания, да? Мат ожидания. А здесь будет интеграл от нуля до бесконечности, t в степени p. И дальше будет x и умноженный на этот индикатор. Значит, но x от t не зависит, x перейдет вот сюда. Так? А здесь будет индикатор события какого? Значит, смотрите, x больше t пополам – это то же самое, что t меньше, чем 2x. Правильно? Значит, индикатор, а t больше нуля. Значит, индикатор от нуля до 2x. Вот так вот. Но это не важно. От t. dt. Так кажется, да? Так. Так, что-то... Так. Вот я понял, где я совершил ошибку. Вот смотрите, вот здесь я, поделив на t, я получил t в степени p. Должно быть t в степени p минус 2. Смотрите, у нас оценка-то, t-то был в знаменателе. Значит, когда мы оцениваем вот эту вещь, у нас появляется t в знаменателе, значит, здесь появляется t в степени p минус 2. Вот исправляйте. Я чувствую, что не все так хорошо, как должно быть. P минус 2. Вот. Ну и теперь, что же у нас здесь получается? Получается такая вещь. 2p, математическое ожидание x, а тут возникает интеграл от 0 до 2x большое, t в степени p минус 2 dt. А этот внутренний интеграл берется. Чему он равен? Он равен 2x в степени p минус 1, деленное на p минус 1. В этом месте используется то, что p строго больше единицы. Вот. И мы в результате приходим вот к чему.
Значит, здесь у нас будет, смотрите, 2 в степени p минус 1 выносится, и еще одна двойка будет 2 в степени p. 2 в степени p, деленное на p минус 1, а тут будет математическое ожидание x в степени p в точности. Вот x в первой степени, x в степени p минус 1. Вот это меньше бесконечности. По предположению, так. Ну, тем самым, на самом деле, что мы доказали? Мы получили, что норма x со звездочкой p в p-той степени не превосходит 2 в степени p на p минус 1 на норму x p в p-той степени. А? В p, да, вот p это нужно сюда еще добавить. P, здесь тоже p. Вот. Я не думаю, что это оптимальная оценка. Я думаю, что есть для константы есть оценка получше, попроще, для мартингалов, по крайней мере. Но она очень похожа на то, что там вот для максимальной функции вы получали. Вот. Вот. Ну и возможно, что эта константа изменится. Я предполагал здесь, что x положительно, но может быть при переходе к общей части, может быть здесь возникнет, там удвоится, там что-нибудь в таком духе. Во всяком случае, понятно, что все в порядке. Вот. Значит, тем самым доказано вот это вот. Остается доказать сходимость в ЛП. Ну, сходимость в ЛП совсем просто доказывается. Действительно. Значит, смотрите, вот такая сходимость почти, наверное, к x, она у нас есть по теореме, по предыдущей теореме, правильно? Раз x лежит в LP, то оно лежит и в L1. В случае конечной меры это, так сказать, так. Вот. Значит, тем самым можем применить теорему 2, получим сходимость почти, наверное. Ну, а в то же самое время ясно, что модуль xn не превосходит x со звездочкой. X со звездочкой, это же супремум. Ну, значит, модуль xn в p-той степени не превосходит p-той степени. И это суммируемая мажоранта. Вот. Суммируемая мажоранта, раз есть суммируемая мажоранта, то... ну, это суммируемая мажоранта для последовательности xn, а на самом деле нужно брать xn минус x в p-той степени. Ну, так понятно, что... это все не превзойдет как константы, зависящие от p, на сумму двух вещей x со звездочкой в p-той степени плюс модуль x в p-той степени. Так что, а, даже вот так можно написать, потому что... Нет, плюс модуль x. Плюс модуль x в p-той степени. Вот, это будет суммируемая мажоранта. Ну, вот, значит, по теореме Лебега будет сходимость в LP. Вот, вот теорема 2. Теорема 2. Так, это можно стереть? Вот эту часть. Теперь я сформулирую одну теорему, которую я, так сказать, полностью доказывать не буду. Я, так сказать, объясню, как она доказывается. Потому что я объясню, почему я ее не буду доказывать. Дело в том, что эта теорема, она очень важная. Она основана на применении некоторого неравенства. Это тоже неравенство, принадлежащее Дубу. Так называемое неравенство о числе пересечений. Вот, вот доказательство этого неравенства, оно требует техники, связанной с случайной заменой времени, с моментами остановки. Вот. Это мы не изучали, поэтому это я не могу. Но я вам приведу формулировку этого неравенства и объясню, как из него выводится, значит, вот эта следующая теорема. Значит, теорема 4. Теорема 4. Следующие, по-моему, так. Следующие условия эквивалентны, я думаю. Да, нет, вот так мы сделаем. Пусть xn, fn – это мартингал. Тогда первое. Если
вот эта последовательность xn равномерно интегрируема. Равномерно интегрируема. То существует x из L1 такое, что xn есть условное матожидание x при условии fn. И тогда xn сходится к x почти, наверное, и в L1. Просто по теореме 2. И второе, если xn это есть условное матожидание x при условии fn, то семейство xn равномерно интегрируемо. Ну вот про мартингалы, которые возникают вот таким способом, называют, что, так сказать, они имеют замыкание. Вот, вот можно считать, можно эту теорему сформулировать так, что мартингал имеет замыкание тогда и только тогда, когда он равномерно интегрируем. Вот такая вот очень важная теорема. Ну, вторая часть проверяется непосредственно. Давайте проверим ее, потом, хотя, не знаю, хватит мне времени или нет. Давайте все-таки я расскажу вам про неравенство о числе пересечений и объясню, как выводится первая часть. Это более важное понятие, более трудное, потому что, смотрите, доказательство существования всегда, так сказать, вещь более трудная, чем ну, доказать проверка какого-то технического условия типа равномерной интегрируемости. Это, вот, здесь больше конкретики, так сказать, это легче. Значит, итак, это была какая теорема 4? Давайте неравенство Дуба о числе пересечений сформулируем в виде теоремы 5. Неравенство Дуба о числе пересечений. Значит, вот пусть xn fn мартингал. Давайте я так напишу xk fk, k от единицы до n. Можно формулировать для конечного мартингал, для конечной последовательности. На самом деле получится то же самое и для бесконечной. Ну, может быть, для сокращения времени давайте будем считать, что для всей последовательности это одно и то же. Вот, мартингал. Давайте рассмотрим такую картинку. Вот сейчас ничего не пишите, просто послушайте, потому что я не буду давать совсем уж точное определение. Вот мы взяли какую-то полосу АВ, какой-то интервал. А может быть и отрицательный, произвольный конечный интервал. Вот взяли соответствующую полоску. И вот давайте рисовать график нашей последовательности xn. Вот она у нас будет единица, двойка и так далее. Значит, у нас будут какие-то значения. И так далее. Ну вот смотрите, значит, мы смотрим первое. Что это за график? График последовательности. Последовательность – это функция, заданная в натуральном ряде. Значит, для каждого n свое значение. Вот. Значит, смотрим первое значение. Вот. Значит, ищем первое значение, которое оказывается ниже уровня А, ниже или равно уровню А, так? Значит, в данном случае это вот это. Значит, если бы первое значение было здесь, то первым значением было бы вот это. Очень хорошо, это будет tau1. Первый момент. Затем ждем, когда ищем первый момент, когда мы поднимемся выше уровня B. Вот такой переход называем пересечением снизу вверх полосы AB. Ну, а потом все тоже повторяется. Дальше это будет, скажем, там, tau2. Потом ждем, когда
Снова мы впервые после Тау-2 опустимся ниже этого уровня. Это будет Тау-3. Так, это, вот, вот это будет уже. Вот это будет Тау-4. Момент, когда мы снова поднялись. Значит, это будет второе пересечение и так далее. Ну и вот пусть ню – это число пересечений снизу вверх. Значит, ню – число пересечений полосы. Ну, назовем ее полосы Е. Полосы Е снизу вверх. Снизу вверх. Вот. Так вот, утверждается следующее. Неравенство Дуба. Да, но давайте все-таки конечные возьмем, да, потому что здесь возникает конечная случайная величина. К равно 1 и так далее, n. Неравенство Дуба, вот, значит, тогда математическое ожидание ню, то есть среднее число таких пересечений, не превосходит математического ожидания xn минус a с плюсиком, это положительная часть, деленное на b минус a. Замечательно, красивое и простое неравенство. Сейчас вы увидите силу этого неравенства. Значит, вот. Ну, понятно следующее, что вот это как дополнение, что вот верхнюю часть можно промажорировать математическим ожиданием xn, модуль xn плюс a делить на b минус a. Это понятно, просто. А тау – это будут моменты остановки, совершенно верно. Вот, они будут возрастающая последовательность. Там доказательство не очень сложное, но все-таки такое, что сразу не, сам не придумаешь. Вот. А главное – сама идея. Вот. Вот сейчас вы увидите, как это работает. Вот давайте докажем первую часть. Нет, это я не буду доказывать. Я же сказал, что... Это просто я вам сообщаю... Вот если когда-нибудь кто-нибудь из вас придет на спецкурс по теории мартингалов, вот уж там все будет доказано. Значит, итак, давайте докажем, что существует вот этот самый x. Хорошо. Ну... Что означает, что существует x? Надо просто рассмотреть последовательность xn и убедиться, что почти, наверное, существует предел, правда? Ну, давайте предположим, что с положительной вероятностью предел не существует. Это что означает? Это будет означать, что вероятность того, что нижний предел xn строго меньше, чем верхний предел xn, что вероятность этого больше нуля, ну, скажем, равна дельта какому-то, больше нуля, правда? Так ведь? Это не, предел не существует, это означает, верхний и нижний предел не совпадают. Вот. Хорошо. Но если это так, то тогда, смотрите, найдется... такой интервал АВ, что с положительной вероятностью вот нижний предел xn меньше либо равен А, а верхний предел больше либо равен А, больше либо равен Б. Вот. А что это означает? А это значит, что эта вероятность положительна. А это означает, что с положительной вероятностью число пересечений снизу вверх нашей полосы равно плюс бесконечности. Что эта вероятность больше нуля. Так ведь? Ну, потому что, ну как может быть, что нижний предел ниже уровня А, а верхний предел выше Б? Значит, мы должны обязательно бесконечное число раз пересечь эту полосу. Ну, замечательно. А теперь давайте посмотрим. Вот мы имеем такую оценку. Значит, математическое ожидание ню n-ного
N – это число пересечений начального участка нашей последовательности. Вот. Оно не превосходит математического ожидания модуля xn плюс a делить на b минус a. Так? Вот. Поскольку мы предполагаем, что величины xn равномерно интегрируемы, то вот это все не превосходит супремума по n математического ожидания, математических, вот такой вещи. Для равномерно интегрируемой последовательности этот супремум конечен. Вот. Ну, а дальше, смотрите, ню n – это монотонно возрастающая последовательность. Значит, вот эта вещь стремится к математическому ожиданию ню. И мы получаем в пределе вот это неравенство. Но если это так, то поскольку это меньше бесконечности, то мы получаем, что вероятность того, что ню меньше бесконечности, равна единице, в противоречии с тем, что здесь. Вот. Так что вот тем самым предел существует с вероятностью единицы. Ну, вот этот предел – это и есть x. Это уже там дело техники, проверить, что он как раз, этот предел, это на самом деле нужно немножко потрудиться, потому что нужно проверить вот это равенство. Но это нетрудно, потому что, смотрите, из того что, факта, что xn сходится с вероятностью единицы к пределу, и из того, что эта последовательность равномерно интегрируема, вытекает, что xn сходится к x в L1. А отсюда легко уже проверить вот это равенство. Это уже, так сказать, я вам оставляю в качестве упражнения. Вот. Что вот есть такое совпадение. Вот. Ну, а вторая часть – это уже простая проверка. Это нужно… Вторая часть. Так, у меня еще есть несколько минут. Значит, что же я должен проверить? Я должен проверить, что вот интегралы от модулей условных математических ожиданий x при условии fn dp по множеству, где по множеству, где модуль xfn больше c, что вот такой супремум по n, он конечен. Не конечен, а что он стремится к нулю. Значит, давайте обозначим пси от c. Что нам нужно доказывать, что пси от c стремится к нулю при c, стремящемся в бесконечность. Вот определение равномерной интегрируемости семейства. Ну так смотрите, что же тут можно... Сейчас я подумаю, в такой форме или в другой. Наверное, в такой все-таки. Во-первых, можно заметить, что это все не превосходит интегралы от математического ожидания модуля xfn dp по области, где математическое ожидание модуля xfn больше c. Это легко понять, потому что у нас только расширяются соответствующие область здесь, а здесь вот эта величина мажорирует эту. Так что можно работать с положительными случайными величинами. Теперь посмотрите такую вещь. Вот событие, которое вот здесь вы видите, оно принадлежит сигма-алгебре fn. Потому что это событие связано с условным отожиданием, которое является fn-измеримой величиной. Значит, такой интеграл, он совпадает с интегралом по этому же событию от самого x. От x, ну, модуль x. Вот это уже хороший признак. Так? Просто по определению условного матожидания. А теперь давайте оценим вероятность этого события. Вероятность этого события, вероятность того, что условное матожидание при условии fn модуль x больше c по неравенству Маркова не превосходит матожидание от матожидания условного fn модуля x делить на c. Ну, а это есть просто матожидание икса. Значит, это не превосходит
от ожидания модуля х делить на c. Ну и все. Смотрите, значит, мы оценили меру этого множества равномерно. Здесь уже не зависит ничего. Нет никакой зависимости от n. А дальше свойство интеграла, что интеграл по множеству а модуля x dp стремится к нулю, если p от a стремится к нулю. Если мы множество, нам не важно, какое это множество, если его мера мала, то интеграл будет равномерно мал. Вот такое свойство известно. Ну вот здесь как раз получается, и получаем то, что надо. Вот. Слишком быстро, да? Вот еще раз конец. Мы оценили вот снизу. Значит, смотрите. Значит, можно вот это свойство, можно сформулировать так. Это свойство равномерной интегрируемости одной случайной величины, которая лежит в L1. С этим свойством понятно. Вот. Так смотрите. Значит, я сейчас напишу, и вы поймете. Супремум по всем А таким, что P от А меньше эпсилон. Так? Интеграл по А модуль x dp. Вот это стремится к нулю при эпсилон, стремящемся к нулю. Вот это равномерная интегрируемость этого дела. Ну так смотрите, вот то, что сейчас написано, это не превосходит. Давайте такой супремум как-нибудь обозначим. То скажем, фи от эпсилон. Так вот, он не превосходит фи от математического ожидания модуля x, деленное на c. Поэтому при c, стремящемся в бесконечность, это стремится к нулю. Вот и все. Вот. Ну вот, и тем самым вторая часть проверена. Ну все, на сегодня.